Так. Покажи, как могу. Так. Массаж такой у нас должен быть. Раз, два. Раз, два. Вот мы сегодня в течение дня такой, да, да, ему не нравится, он рыкает. Держи за шиворот его, поглаживай и держи за шиворот. Да, мой золотой, за ошейник возьми его. Да, 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 да. Мы пытаемся ловить. Потому что, да, потому что он месяц лежал. Месяц лежал вообще без движения. А сегодня первый день, мы ему делаем массаж. Да, да, погладь ему шейку. Вот так, посильнее. Вот, для начала делаем так. И делаем вот так, буквально делаем несколько минут. Потом даем ему отдохнуть. Потом опять делаем. Сначала одну лапу, потом другую. Дело в том, что у него сломано бедро, была резекция головки бедра. И у него мертвая правая лапа, полностью мертвая. Покажи лапку мертвую. Вот эта лапка мертвая. Вот, врач сказал, как только он встанет на лапки, на хотя бы на задние лапки, переднюю придется отнимать. Вот такой у нас мальчик. Его оперировали месяц назад, но оперировали не мы, другая группа. А потом мы его забрали. Мальчик очень тяжелый, очень. Назвали его Брэми. Брэми. Он устал, ему он устал, да, конечно, устал. Но сегодня он хорошую подзарядку получил. Мы ходили с ним, мы уже делали все, да. Брэмик, Котик, иди сюда. Все, нет, не трогай больше его, не надо. В общей сложности минут 15 мы ходили. Да, все, хороший мальчик. Он хороший, он просто устал.